Привет, сегодня 5 июля, выбрался на рыбалку, на разведку, попробовать половить сазанчика, сомика, ну, на джиг попробую, все как обычно. Пришел я на лодке, место интересное, давно хотел здесь попробовать. Здесь вот сразу идет свал под берегом, да, две закидушки я уже закинул со жмыхом. Вот, если видно, тут сразу идет обрыв, вот раз. И туда идет обрыв. Я кидал вообще с руки недалеко. Чуть-чуть раскрутил. Ну, прям не сильно, я не знаю, метров 20-25, может быть. Не знаю, как здесь будет, если будет клев, как отсюда вытаскивать с обрыва. Но я подсак взял небольшой. Посмотрим. Главное, чтобы клевало. Сейчас еще одну закидушку поставлю со жмыхом на сазана. И уже попробую сомика половить. Погода интересная. Вокруг вот тучи. Вчера был сильный ливень, такой даже с ураганом, ветер сильный, деревья ломал, света не было конкретно. Ну, погодка класс пока. Закидушки закинул, все стоит хорошо, водолазы на месте, ждем поклевок. Не знаю только, как отсюда буду я доставать, если что-то клюнет. Взял такой подсак, он небольшой, но хоть такой. Может поможет, не знаю. Пускай здесь лежит где-нибудь. Вон как течением постоянно сторожок. О, это поклевка вроде даже маленькая. Тут жмых объедает, мелкая рыба. Ну, постоянно вот сторожок играет, потому что течение. Вот и дождик начался. Супер. Да. Собрал удилище фидерное, 3,60 длина, до 200 грамм. Я хочу здесь сомика половить, попробовать тоже. Личинки еще те остались, я уже один раз на них ловил, потом еще раз их брал на Волгу. Ну, там я сомика не смог половить. Личинки все те же. Их мало тут осталось-то. Вот 4 штуки, что ли. Ну, черви есть. Ладно, тогда оставлю их. Здесь 2 насадил, и еще 4 осталось. Вообще, на середку с небольшого размаха. А посмотрим, может будет что. Дождик пошел как. Ну, пока не сильно идет. Пока здесь ничего не убираю. Только жмых вот спрятал под лодку. Вот, кстати, кто-то спрашивает, на какой жмых ловишь. Ну, сейчас на кукурузный, на который быстро тает. Кукурузный есть поплотнее. Есть вот такой кукурузный с медом. Этот, по-моему, с коноплей. Это вот протеин клубника, это жмых подсолнечника. Это просто клубника такой, на ночь ставить жмых. Это просто подсолнечник. На такие я ловил крупных сазанов. Ну, сейчас это на ночь я обычно ставлю. То есть жмыха вообще разного куча. Нету никакой панацеи особой. Всегда надо смотреть, на что будет клевать. Это как в любой рыбалке. Вот так вот убираю под лодку пока. Да, первым клюнул на личинку сразу. Минут 15 прошло. Слабая поклевка, не раскручивает. Я думаю, не крупный. Так вроде трепыхается, но вот он, давит. Я ее поставил специально с краю, закидушки там, чтобы, если сомик уводит по течению, ну вот он уже увел, чтобы не было такого, как в прошлый раз. Он у меня собирал все удилища.
Вот. И закидушка соседняя клюнула. Блин. Эх, закидушка сильно там клюет. Это сазан там. Ё-моё. Здесь сом, там сазан. Да, маленький. Сейчас срочно его надо отпускать. Маленький клюнул. Закидушка сработала тут же. Дождик потихоньку капает, но небольшой. Давай, беги быстрее. Смотрите, леску как увело. Тут сомика доставал. Тут же поклевка тоже, вот леску увело. Сидит. Это сазан. 100%. Это сазанчик. Небольшой, наверное. Такое ощущение, что сорвался. Блин. Сорвался, походу. Нет? Маленький. Что ж ты? Смотрю, сопротивления особого не было. Первый сомик попался. И вот первый сазанчик. Тоже небольшой, как и сомик. Одновременно две поклевки. Крючок за губу был, так что все нормально. Фу. Ну, рыбалка уже началась. Пока мелочь. Вот маленький сазанчик даже, уже такие поклевки были. Но я не заснял, потому что сомиком там был. Хорошо клювал по сравнению с карасем. Радует одно, что кидать далеко не надо. Все равно немножко размотаю. Даже много, наверное, кинул. Какая-то непонятная здесь поклевка. А, вот, сейчас давит. Вот. Что-то есть. Что-то есть. О, даже повел. Вот он. Опа! Есть сазанчик. На самый первый, который я ставил. Ну, это такой, которого можно уже брать за губу. Вот он, сазанчик, ну, за килограмм. Вот он, первый, которого можно уже взять. Красавец. Я уверен, что это такой, за килограмм, полтора. Ну, кило шесть, почти кило 600. Да, такого мы берем. Вот туда, как раз в яму. Пускай гуляет. Вот так вот пойдет. Можно вот так еще закрыть его. Вот он, сазанчик взял на кукурузный жмых, на этот. Вон он там плескается. Хочется, конечно, покрупнее поймать. Ну, все только начинается вроде. Посмотрим. Сейчас на джик ловлю. Подводил здесь, щука атаковала. Несколько раз уже. Здесь бы на воблер сейчас.
попробуем еще. Прямо здесь она под свалом стоит, щучка. Что-то не видать. Вот она, вот она. Есть. Я говорю, она здесь есть под свалом. Это щука. Сорвалась. Что-то тучи окружили. Видно, что там дождь идет дальше. Сильный. Все в тучах. Да. Подул сильный ветер, прям как вчера все начинается, сильный ветер и прям такой ливень конкретный. Все то же самое начинается походу. Вон там волны уже, небо темное, тучи вон какие. Я решил лодку занести сюда вот под первые кусты нормальные. Здесь один кустарник вот вокруг. Если ливень сейчас ливанет, то я под лодку сяду. Лодку переверну, все вещи, чтобы не намокло ничего. В общем, вот так вот сегодня с экстримом. Полил дождик, сижу под лодкой. Там сейчас слышал, колокольчик заиграл. Сазан, скорее всего, клюнул. Ну, вроде пока не сильный, в принципе. Только у меня камеру жалко. Ладно, надо, наверное, проверять. Вот так, вещи сюда все закинул быстренько. И сижу под лодкой. Не-не, играет. Надо проверять. Надо проверять. Да, увел, вот она, опять крайняя, где на полтора поймал, на 1,6 кг даже. Вот он, я слышал, сейчас играла, вот так увела. Сидит. Я говорю, он здесь как-то, когда клюет, уводит, и потом, как будто и нет ничего. Под свалом стоит, блин, гремит все. Мне кажется, небольшой. Да. Опять небольшой. Наверное, такого отпущу я все же. Ну, это, наверное, на килограмм. Даже, может, чуть меньше. Какой-то он тоненький такой. Давай. Давай. Есть. Блин, жмых надо менять. Жмых там остался под лодкой. Сейчас принесу. Вот опять на ту же удочку попался. На ту же закидушку. Сейчас ближе всего закинул. Очень близко кинул. Хотя и лески-то здесь немного. Да и ветер-то что-то пропал. Неужели так быстро все пронесло? Хотелось бы верить. Была бы палатка, было бы, конечно, проще. Но я без ночевки, поэтому... Опа.
она рядом сыграла. Все, опять дождик полил, но ветра нет. Что-то, по-моему, сидит. Какие-то поклевки странные. Но я сидел под лодкой, прибежал сюда, услышал, звенело. Мне кажется, что-то сидит. Здесь я еще перед дождем. Кстати, ветра вообще нету. Чуть капает. Ну так, нормально. Мелкий дождик. Здесь перед дождем я поставил жмых подсолнечника. И семечки подсолнечника. Раньше на них ловил крупного сазана. Что-то есть. Кстати, что-то есть. О! Во-во-во-во-во. Даже дергается. Повел, повел, повел. Неужели на подсолнечник хороший клюнул? Да нет, опять маленький. Ну, куда их таких? Взвешивать не буду. Такой небольшой. Я его отпущу. Бился хорошо так. Капает, капает, но ветра нет, штиль, классная погода. Сейчас вот опять начал усиливаться, только сказал. Я под лодкой сидел сейчас это все время. Я услышал, а подхожу, как-то просто веточка так, сторожок играет и все, практически не звенит. Но было понятно, что что-то сидит. Место классное. Не разматывать, ничего не надо. Яма, вот она сразу, вот она начинается, яма. Я где-то ближе, где-то дальше кидаю. Ну классно, прикольно. Только дождик, вот ту камеру жалко, которая на штативе стоит. Я одну, так одна у меня как раз и накрылась. Такая же камера была в прошлом или позапрошлом году, уже не помню. Позапрошлом, по-моему. Так я ее убил. В дождь снимал несколько раз. И все. Нифига себе началось. Дождик закончился. Эту я близко кидал. Вот, вот, упирается. Что интересно, рядом тоже одна срабатывала. Блин, хоть бы хороший. Нет, вроде тоже. Ох, вот такие они здесь все почему-то. Много. Еле-еле за губу. Сам убежал. Началось что-то, не пойму. Движуха. Сейчас вот рядом тоже. Но это, не снесло вроде. Нет, играет. Тоже играет. Может быть, карась даже. Посмотрим. Короче, дуплетом пошли поклевки. Не, что-то есть небольшое. Карась, наверное. Точно. О, карась какой хороший. Вот это... Карась хороший, для карася это прям хороший экземплярчик такой. Матерый. Крючок здоровый. О! Давно там не было поклевок, вон на сомика. На личинку. Мне кажется, все уже объели.
какая-нибудь мелочь. А уж странно. Карасика возьмем, пускай будет. Сазанчик что-то весь мелкий, даже взвешивать не хочу. Сломал сторожок. И вон играет, ё-моё. Сторожок сломал, нифига себе. Это что такое? Что такое здесь? Не пойму, против течения что ли пошел? Странно. Ё-моё. Фу. Адреналин вообще шкалит. Против течения повел. Первый раз так кто-то повел против течения. Нифига, леска вообще вон где. Это что такое? Опа, вот он. Покрупнее. И там тут же поклевка. Блин, там тоже поклевка. Вот он. Во. Сейчас я его... Блин, там тоже поклевка идет. Этого мы забираем. Сторожок не сломал. Как он повел, вроде чуть крупнее сазан. О, сидит тоже. Да-да-да, сопротивление есть. Сошел. Сошел. Был сопротивление, сошел. Сазанчик попался. Сейчас его прям в садке взвешу. А садок потом. 2700. Блин, он уже меньше 3%. Но этот уже выглядит приличнее, чем остальные. Хорошо, я отпускал мелких. Они не нужны. Этот уже поприличнее. Более-менее. Давай. Пошел. Это уже можно брать. Уже хоть, чтобы детей не тревожить. Этот-то тоже мелкий, по сути. Ну, по сегодняшней рыбалке. Трофей. О, 720. Короче, 2 килограмма ровно. Сазанчик тут весит. Я не успел перезакинуть то удилище, ту закидушку и ту же поклевка. Эх, нифига гнет как. Здесь он сорвался до этого. Вот опять сидит. Это не клев, это жор начался. Какой-то день сегодня. Ну, тоже вроде не крупный, но клюет один за одним. Эх, во, повел. Нифига себе. Чуть из рук не вырвал. Это что такое? Ого! Ого! А я подсак не взял. О! Что-то покрупнее пошли немного. Какой он бойкий. Какой он бойкий, этот сазанчик. Ну, этот худой. Вот он какой. Я вот не успел даже перезакинуть. Только крючки втыкал. Тот же жмых оставил. Он нормальный. И там сработало крайнее. 3 закидушки стоит и бегаю туда-сюда. Дождя нету. Красота. Ветер тоже немножко дул. Сейчас закончился вроде. А клев идет. Кстати, я убрал семечку отсюда, подсолнечника. Опять вот жмых кукурузный поставил. Клюет на жмых лучше, на кукурузку. Не успел закинуть, вот только крючки запихнул. Да вообще не стараюсь кидать.
яма здесь. Блин, классное место. Никогда не таких не ловил, чтобы свал прям под ногами, яма была. Ловить, конечно, здесь удобнее. Вот на этой сазана взял недавно. И опять здесь поклевка, но слабая. Тот сидит. Дождик опять пошел. Вот это печально. Кто-то есть. Вообще под свал пошел. О! Такого отпущу. Чуть крупнее сазан, уже совсем другие поклевки, а вот у этих слабые. Такого можно, я думаю, отпустить. Ух, ё, спасибо тебе большое. Я тут жмых меняю, так туда кидаю воду, рыбки пускай кушают. Ну, в общем, здесь много этого сазанчика. Береговая охрана прошла. Быстро пролетел катер. Да, вот это волна после него. Жесть. Блин, только леску хотел. Так, жмых смыло у меня. Здесь я жмых приготовил. Унесло. Не успел закрепить. Жмых здесь лежал на берегу. Его волной смыло, короче. Петлю не успел я его. Вот опять поклевка. Здесь давно не клевало на средней. Ух, какая поклевка хорошая. Да, он что-то сидит здесь. Наконец-то. Что-то вот на эту среднюю давно не клевало. А, ну да, и леска вон ушла как в сторону. Ну, буквально вот бывает сразу две поклевки. Бывает 10-15 минут. То есть прям очень часто клюет. Но это что-то вообще мелкое. По всей видимости. Карась. Это карась. Странно, а увел, как будто сазанчик там. Возьмем карасика. Менять пока здесь не буду. Эту крайнюю сейчас попробовал, закинул метров на 10 всего. Ну, вот видно, как леска сразу туда упала в яму. Попробуем здесь половить, прямо рядом с берегом. Интересно, будет, что нет. Мелкий дождик идет, тучки темные. Ну, не такие темные, как до этого, но... Так, надо карасика забрать. В садок кинуть. Карась пригодится. Ну и вот он тут же клюнул прям под берегом. Я говорю, кидал прям вот метров 10, пока, считай, еще упало. Тут он прям весь и стоит. Он как увел. О! Мелкий. Сам отцепился. Давай. Давай, давай, давай. Опа.
закончились личинки. Сейчас на червя поставил и клюет. Прям вообще увело. Интересно, кто это? Ух, нифига себе. Это на червя. Похоже на сазанчика, кстати. Очень мощно ведет. Личинки закончились, я решил на червя поставить. Сейчас вообще вон штиль, ветра нету. Кстати, на сомика не похоже, больше на сазанчика похоже. Точно, на червя. Здесь, короче, сазана навалом, но он мелкий. На червячка попался. Ё-моё. Небольшой. Минут 10 назад было солнце. Прям так жарковато стало. Ветра не было. Я пошел, пока спиннинг собрал, а там ловил, говорил, вот щучка одна попалась, что-то. Окуньков было очень много на каждом забросе, на мелкую блесну, на единичку. Сейчас пока пришел, вот ветерок задул, опять нормально, прохладно. Сейчас еще одного сазанчика поймаю, наверное, и все, буду собираться. Потому что время уже 12, уже даже где-то пол первого. То есть полдня я здесь сижу. Рыбы навалом, рыбы полно, крупного пока ничего нету. Я думаю, уже не будет. Если даже на червя ловится сазанчик мелкий, значит, его здесь вообще кишит. Он здесь все перебивает. Сейчас вот поклевка на червя бывает, поклевки, но вот это густера долбит. Тучи есть, но я думаю, дождя уже не будет. Только ветер дует и все. А так вот основные тучи уже прошли. Хотя не знаю, все в принципе в тучах. Но черных таких нету, когда этого было, как с утра. Прикольно. Вот сейчас увел. Увел, увел вообще туда. Ого. Хотя вроде поклевка была такая не сильная. Интересно, груз вот аж где. Груз на дне лежал, а он поплыл. О, сазан. Чик. Сазанчик. Так, хватит. До этого поклевка была на той, на крайней удочке. Я туда подошел вроде снимать, и тишина. Сегодня хватит. Вот этого даже можно, я думаю, взять. В принципе, нормальный размер. Кушать пойдет. Ну да, такой. Губастый товарищ. Вот она, красота. 4 сазанчика и сколько здесь? 3 что ли карасика. Надо вот так завернуть, чтобы не выпрыгнули. Нормально. Вот и все, рыбалка закончилась. Тучки проходят мимо с дождем, видимо, потому что прям низко все синее, темное. А там вроде дальше, вроде светает, непонятно пока. Лодка уже собрана, там вон рыба плещется, все упаковано. Рыбалка сегодня просто сумасшедшая. Многие пишут, езжай с ночевкой лови. Вот здесь я сейчас половил полдня, я просто обловился. Я просто смысла не вижу ехать с ночевкой. Пока не вижу смысла, пока ищу, смотрю так разведочки.
Хочется, если был бы крупный сазан, хотя бы парочку вот с ночевкой ехать, чтобы двух забрать. Смысл есть взять лодку моторную, мотор поставить и куда-нибудь далеко уходить, чтобы было интересно, на спиннинг половить с ночевочкой, тогда будет классно. А так пока не знаю, вот полдня, сколько я поймал сегодня сазанов, ну не счесть, я не помню. Мне кажется, полтора десятка уж точно, сколько я отпускал, еще на червя попался, еще один на червя что-то клевал, тоже сорвался один. В общем, хорошо было. Место интересное, хотя вот свал здесь возле берега прям сразу, хотя вроде яма-то не глубокая в принципе, но сазана полно, но мелкий правда. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. Я гребу домой.